Глеб, у тебя сегодня день рождения. Поздравляю. Спасибо. Тебя. Время подводить какие-то небольшие итоги. Расскажи о своих главных достижениях в жизни. В жизни? У меня двое детей, семья, квартира. Поиграл в хоккей с очень известными хоккеистами. Выиграл первый кубок Гагарина. Ну, так вот, такие достижения. А если секрет, кто первый поздравил? Сегодня? Ну да. Жена. Понял. А какая у тебя главная хоккейная мечта? Главная хоккейная мечта – попасть в сборную России, поиграть хотя бы на Евротуре. И будущий сезон КХЛ не за горами. Какие видишь перспективы для команды «Северсталь» в этом сезоне? Хорошая, дружная у нас команда, все весело. Я думаю, мы должны попасть в плей-офф. Вот такие наши перспективы. Спасибо. Есть мнение, что летний тренировочный сбор – самое тяжелое время для хоккеиста. Правда ли, что от того, как поработал летом, зависит, как ты сыграешь? Ну… В принципе, да, конечно, так оно и есть, потому что сейчас такое неприятное время, но оно самое нужное. Без игр, тренировки, каждый день тяжело, преодолевает каждый себя, но все прекрасно понимают, для чего это делается, чтобы заложить физику, фундамент на весь сезон. Сборы преодолеть сложно и физически, и морально. Как команда с этим справляется? Расскажи немного о атмосфере, которая царит внутри команды сегодня. Ну как, все равно, понятно, что тяжело, но мы что, парни-то молодые все, в принципе, у нас команда молодая. Так подкалываем друг другу, так смеемся друг над другом, над персоналом тоже бывает. Но и они над нами, так что, ну так, весело. Игорь Зинонович, все тренера, в принципе, тоже с юмором. Так что справляемся с помощью юмора.